Thank you.
На что, готов? Как там наши? Держатся пока без воды-то? Пока тебя не было, я тут немного разведал. Гель говорит, в этих пещерах жила уйма народа. Считай, целый город. Но как в пещере гейзеры открылись, им пришлось уходить. Как ты понял, к источнику пойдем через черный вход. Давай вниз! Оп. Ну что, теперь только вперед. Давай повыше поднимемся, осмотреться. Пещера не убежит. Ну и шум! Уши закладывает! Что это там? А, шайтан! Фух, блин! Да, немного тут осталось. Я ведь когда отправлялись, надеялся узнать что-то, если не о родственниках, то хоть о народе моем. Теперь узнал. Это больно. Аккуратно, аккуратно. Ага, вот и вход. Готовимся, Артём. Заряди фонарь, провери фильтры, ну и остальную снарягу. Такое предчувствие у меня нехорошее. Ладно, замнем для ясности. Ну что, давай, подсажу тебя. Погоди. Маски! Ha!
Кажется, все. Ну, погнали дальше. Похоже, почти выбрались. Давай за мной! Вот проход к источнику. Полезли! И тут привалило. У меня фильтр уже подыхает. Смотри, свет! Ну что, дальше только ползком. Йоль говорит, нефтяники местными вертят, как хотят. Так что, давай попробуем сработать тихо, без невинных жертв. Они ведь тут как рабы. Смотри, вода! Вон, видишь, машина? Я наверх и возле нее спрячусь. Ворота, похоже, из вон той башни управляются. Когда откроешь, я по газам и на выход, а ты прыгай на цистерну. Удачи! И постарайся, чтобы никто, кроме нефтяников, не пострадал.
внизу что-то есть.
Еле прорвались. Ах, рабов же. Они ведь и не виноваты ни в чем. Ну что, погони в момент. Осталось до обороны доехать. Что, вымотался, Артем? Ясное дело. Ну, отдохни тогда, братишка.